Йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, Утес Шамору, и добро пожаловать на Next RP. Давненько у нас с тобой не было серий по Next RP после того, как мы с тобой расправились с коварным предателем Васей Бутыльком. Значит, на прошлой серии, если ты не видел, ну я тебе сделаю вставочку, ладно. Что произошло, я тебе все расскажу. Мы продолжаем наши приключения, значит, у меня кончились все деньги, я решил пойти в казино и поставил 24 миллиона. Осталось у меня 752 тысячи. Будем с тобой сейчас работать в такси, тем более работу в такси на Next RP я тебе не снимал. Вот такие дела. Тебе спасибо, как всегда, за лайк, за поддержку серии. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Так, начать смену, продлить лицензию. Начать смену. Ты не выбрал автомобиль. У меня класс Б. Ты не выбрал автомобиль для развозки. Как ты не выбрал? Вот, класс Б. Импала выбрать. Все, отлично. Так, начать смену теперь. Количество поездок 0. Значит, проверь уведомления в телефоне написано. Так, хорошо, ладно, давай посмотрим. Ну, так здесь работа происходит, такси. Значит, как поиграть в игру, я тебе, естественно, ссылочку в описании оставлю. Так, значит, проверить перевод денег, вызов такси, репорты. Ну, уведомлений пока никаких нет, да? Бак у нас заправленный, в принципе, могу работать спокойненько в такси. Так, у нас на карте, кстати, что-то изменилось. Тут обновления такие, смотри, везде все есть внизу, сзади. Там тоже таксисты какие-то работают. Вот, значит, деньги нужно зарабатывать, да, в этом городе мы с тобой тоже со всеми поссорились, значит, со всеми какие-то проблемы у нас постоянные. Вон, может, кого-то... Ух ты ж, нифига себе, финт! Вот этот Алян дает! Толя Одинцов, смотри, что сделал с байком, блин. Давай посмотрим, что изменилось по городу, как вообще здесь происходит. Ну, господа полицейские, здесь мы аккуратно проедем. Мимо них будем ездить аккуратно. Не будем превышать скорость и так далее. Ну что там, есть заказы какие-нибудь? Где-нибудь есть заказы? Репорты, так, значит. Репорты, так, это не то. Это репорты, это... А, госуслуги, есть сайт, смотри-ка. Госуслуги, инфо о госнадбавках, выборы. Выборы в президента у нас, или выборы в мэры. Вызов такси. Ну, мне вызывать такси смысла нет, да? РП-рейтинг, моя авиатехника. Смотри, сколько всего на В. Бойцовский клуб. Ну, здесь список участников. РП-рейтинг беру. Твои деньги, вещь, это я. Проверю уведомления в телефоне. Но у меня нет никаких уведомлений вроде бы. Настрой, вот уведомления. Уведомлений нет. У меня все в порядке. То есть, значит, я работаю таксистом спокойненько, и мне не приходят никакие абсолютно уведомления. Давай поездим еще по округу. Может быть, кому-то потребуется, соответственно, наша с тобой помощь. Как бы это же очень важно. Вдруг кому-то потребуется такси. Аккуратненько мимо полицейского участка. Ребята на постах стоят своих. Видишь, все по РП, блин. Когда нужно спать, ребята, блин, на постах стоят, понимаешь? Опа-на! Пассажир отмечен на карте. Ага. Клиент, расстояние 715 метров. Давай посмотрим. 715... Да здесь на карте все отмечено, господи! 715 метров. Где? Так. Где он? Где у нас пассажир-то? Поездка учитывается после того, как пассажир покинул авто. Я понял. 715 метров, но я не вижу пассажира, к сожалению. Так, подожди-ка. Так, где мы? Давай определимся, это очень важно. Так, значит, я не вижу себя абсолютно, понимаешь, на карте. Так, F1, чтобы показать карту, 0 для смены отображения. Ну, видишь, как бы я не работал в такси здесь, поэтому для меня это достаточно... А, вижу, вон пассажир, такая иконка пассажира, видишь? И нам показывает как раз меточкой. Да. 715 метров. Вот, значит, здесь у нас челик. Ну, слушай, так интересно на самом деле. Здравствуйте, такси вызвали? Ну, да, конечно, звал. Че, куда поедем? Да мне надо, понимаете, просто немного машину ударил. Переодеться бы куда-нибудь, потому что у меня, блин... Вы извините, кстати, я вам немного кто-то испачкал. Не-не-не, аккуратно, раритетный автомобиль. Я все понимаю, чуть-чуть пьяненький, я оплачу вам любые деньги. Так хорошо, что? Понял. Магазин одежды, да, вам нужен? Но я знаю один хороший. Да, только не здесь, пожалуйста, потому что здесь я уже знаю бы. Ну, тут просто у нас все подделка. Ну, я понимаю, я да, хорошо. Я бы хотел куда-нибудь подальше. Хорошо, поехали. От этого странного города. Подальше от этого сраного города. Хорошо, ладно, давайте поедем. За 2 километра есть магазин одежды. Поедем? 2 километра. Проедем?
За 2 километра есть магазин одежды. Да, конечно. У вас такие машины в такси? Да, это. Ну, это мы же частники все работаем, как бы мы по ИП чисто. Я бы хотел быть таким частником. На своих работаем. Да дорого это обходится клиентам. Так что такую машину же содержать надо, понимаешь, как бы. Ну, знаете, у меня пока что BMW, и вот буквально недавно я разбил свою BMW, пока пытался прикрутить бампер на место. Порвал штаны, испачкал и... Ну, я понял. Пока... Ну, бывает, да. Да, и вот хотелось бы сейчас переодеться. Мы еще вот так вот ездим. Не, мне просто... Мне... Наверное, вы Яндекс такси. Ну да, это бывает. Ну, так привыкли ездить, да? Да. Зато быстро, смотрите, оп, и магазин вам. Пожалуйста, вот и магазин вам. Но подождите, это не тот, по-моему. Давай его повысим, чтобы счетчик накрутить. Наверное, нет, потому что... Нет, я хотел бы что-то получше. Мне нравится Adidas, мне нравится Adidas. Адидас, Рибок, так, хорошо. Пассажир отмечен на Канте. Клиент расстояние 715 метров. Но мы его взяли, то что... Сейчас, секундочку, подождите, я определюсь. У нас же... Да-да-да, у нас все в порядке. По-моему, здесь есть еще магазин, но я не знаю, где точно. То есть мы поищем, поездим. Надо счетчик ему купить, чтобы... Ну, лучше, да. Я бы хотел более фирменную одежду, потому что я не одеваю всякий ширпотреб. Всё-таки давай его прокатим. Я еще не такой старый. Я понял. А сколько вам лет? А, мне 45 лет. Ну, в принципе, как и баба мужик тоже ехать капец. А ну мне пока что 20. Да, мне 29. Поэтому мне надо Adidas Reebok, это в любом случае. Ну я понял, вы любите спортивную одежду, да и любите разговаривать. Ну, да, я обожаю разговаривать и ненавижу рубашки и брюки. Какая девушка есть парню, который будет в рубашке. Я понял. Но на самом деле, вот я знаю, здесь хороший магазин, как бы. Очень. Ой, извините, пожалуйста. Не сильно ударились? Сейчас привезет его обратно. Откуда вы? Я сегодня настолько выпил, что мне так бьет. Кстати, мы здесь уже были. Нормально. Хорошая у вас машина. Мне прям очень нравится. Мне тоже. Это, знаете, смотрели сериал с Сэмом и Дином Винчестерами? Да, кстати. Ну вот, вот. Это я на выставке купил в Америке. Типа оригинал. А, ну типа. Я заметил, что блеска такого не было в том автомобиле. Я здесь вижу отражение всего. Здесь прям лакирован. Очень даже. Заполирован, лакирован. Да, да, очень круто. Вот, кстати, вот она, импортная одежда. Импортная, шикарная. Большое спасибо. Буду обращаться побольше к вашему такси. Да, до свидания. Да, спасибо большое вам. Спасибо, да. Угу. Да. Так, хорошо. Ты заработал 6250 рублей и 500 опыта. Ну, всего хорошего. Всего хорошего. Да, вам тоже всего хорошего. Если как-нибудь увидимся, я думаю, разрешите мне сфотографироваться. Конечно, обязательно, автомобиль шикарный. Да. Пофотаетесь потом. Как когда-нибудь я постарею, не заработаю. Ну да, надеюсь. Ну да, когда постареете. До встречи. Когда постарею, говорит, заработаю. Так, ну отлично, нормально облапошили челика, как бы прокатили его по всему, понимаешь, по всему городу, вернулись обратно, в 10 метрах магазин одежды был. Вот это я понимаю, вот это да. Слушай, ну город прикольно сделали, конечно же. Так, давай мы не будем с тобой по встречке ездить, давай ждать следующего заказа. Где-нибудь на райончике, как говорится, да? Чтобы райончик у нас не пустовал. Где-то должен быть следующий заказ. Так, сейчас, секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой, I'm so sorry. Так, мне нужно было там кое-что сделать, все в порядке. Так, значит, следующего заказа пока не приходит. 6250, если мы будем кружить, да, для клиента по разным сторонам. То есть, как бы, можно вот так вот спокойненько ездить, да, и, соответственно, зарабатывать лишние бабки за счетчик. Кстати, интересно, как ты считаешь, делают так люди, нет? Мне кажется, что многие таксисты так, ну, там, вот, там не проехать туда-сюда. Как думаешь, кто-нибудь в такси работает, ребята, кто смотрит сейчас ролик, напишите. Мне интересно, потому что так же можно делать, как бы. Там ремонт, там этот, особенно если город большой.
Едем мы нормально, 234. То есть все у нас плавненько, все сочненько. Но в этом районе, скорее всего, не будет машин. Ой, нормально. Тюнинг, смотри. Вот это я понимаю, затюненная тачка. Так, по встречке едем. Ничего страшного, аккуратненько. Ну, у меня таксист такой. Пассажир отмечен на карте. Новый пассажир? Не понял. А, нет. Нет, это глюк какой-то. Но больше уведомлений вроде бы нет, подожди. Давай мы подъедем в центр куда-нибудь. Мне кажется, нам нужно куда-нибудь в центр... Новый. Вася Бутылек? Его же уже. Так. Подожди, магазин одежды, найти рядом. Так, это хорошо. 595 метров. Вася Бутылек на той стороне у нас отмечен на карте пассажир. Что-то мне это стрёмное. Это, наверное, одноименец, как бы. Либо какая-нибудь, ну, знаешь, как обычно бывает, фейки. Сейчас нормально перееду. Вася Бутылек отмечен на карте. Так, ну, надеюсь, я правильно еду. Подожди. Куда мы там выезжаем? Куда мы заезжаем? Фу, что-то как-то это подозрительно. Слышишь, братья мои и сестры? Пассажир отмечен на карте. Так, это магазин одежды у нас получается, да? А Вася Бутылек у нас где-то здесь на райончике. Вася Бутылек, блин. Да это, скорее всего, кто-то переименовался, понимаешь? То есть, как мне кажется. Но нет, здесь никого не может быть. Это не та метка абсолютно. Сюда мы не проедем. Это вообще на той стороне. Вот там вот магазин, а там вот у нас клиент, типа Вася Бутылек, да? Как бы... А как туда проехать? Давай посмотрим еще раз. Что-то это очень странно. Это мы в магазин, а сзади меня... А, это вообще на той стороне. Господи, боже мой. Ладно, едем. Придется мне тебе перемотать, потому что я сейчас через весь город поеду. Ни хрена себе. Там метров было-то чуть-чуть на... А, или 595 метров было на... Подожди, сколько еще раз? Давай посмотрим в уведомление. Это я туплю просто. Пассажиры... 5260 метров! 5 километров пассажир? Это такси такое вызвали? Там что, они вообще машины не работают, что ли? Я не понимаю. Реально, 5000 метров. Это та сторона. Это та сторона города. Ёптеть. Ладно, помчали, поехали, заодно город посмотрим. Может быть, получше, что узнаем, что мы с тобой здесь не видели. А не видели мы, наверное, много. Тара-дан-дан-дан. Тихо, спокойно. Погнали. Я потерял работу. Здесь никого абсолютно нету. Да ну. Не может быть. Не-не-не, подожди. Подожди, я уберу всякую гадость, подожди. Ты уже... Блядь, я ж взорвал тебя! Слышишь меня? Мне мерещится, что ли? Это призрак? Это карма? Бля, я взорвал его на прошлой серии. Не может быть. Я взорвал тебя, слышишь? Говори. Вася Бутылек? Чё за херня? Вася, мне... Это крыша едет? Это как понять? Слышишь? Я убил тебя! Я убил вас всех! Что это за хрень? Я убил их всех! Нет! Я убил их всех! Я убил вас всех! Я убил вас всех! Нет! Что это за херня? Я убил тебя. И тебя я убил. И я вас всех убил. У меня крыша рвет, да? Кто-нибудь скажите что-нибудь. Неужели у меня рвет крышу?
Скажи мне! Что это? Я убил их всех. Я... Это что за... Ну? Ну что, попался, гондон? Я убил... Не вижу ничего смешного, тварь. Рабовася! Рабоваська! Это я, Рабоваська Бутылек. 3000? Помнишь меня, Лалейл Гондон? Я не Лалейл Гондон. Вася, ты? А что с тобой? Что это за это костюм? Это, Рабоваська, я выжил. Меня роботизировали. И я готов тебе мстить. Подлый ты трус. Гнида. Тварь. Сучоныш, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, ты говно вонючее. Ты Рабоваська полицейский? Армия прицелится в него, армия прицелится это в что, него. Это что, Васи Киборги? Армия прицелится в него, армия прицелится в него. Теперь слушай меня сюда, мне нужен весь город или твой труп. У тебя в программе заложено икать, как Вася? Мне нужен... Твой город, мне нужен этот город или твой труп. Ну, ладно, или я... Как, подожди? Труп этого города. Труп этого города. Город мне не принадлежит, Вася. Мне все равно. Сейчас по программе я должен отлить масло, и я продолжу чистить тебе морду. Стой, жди. Хорошо. Деньги забери. Слушай, вы живые или тоже раба Васи? Как они это сделали? Вася долго отливает масло. Вась, ты долго масло отливаешь? Короче, мне нужно сбежать. Это, ребята, я знаю здесь киоск с выпивкой. Прям шикарная водочка. Вон там за церковью. Шикарная водка. Много водки. Много водки. Много водки. Много-много-много водки. Ну нахуй, они сработало! Сработало! Прощай, Васька. Бля. Бля, где у меня? Где бомбануть-то? Бомбануть-то? Пульта нет! Пульта нет! Вот так вот! И все, пора! Я иду чистить тебе. Да пошел он нахер! Валим отсюда, они водку пошли искать. Ребята, это что за хрень? Это что за... Мне удалось сбежать. Мне удалось... Я пойду в полицию. Я не знаю, меня дебилом посмотрят на меня, как на дебила, либо не на дебила. Я поехал в полицию. Добрый день, уважаемые, здравствуйте. Здравствуйте. Могу поинтересоваться? Можете, я здесь приехал. Короче, вы бы это видели. У нас в городе какие-то роботы. Миллион роботов. Васьки роботы, короче. И они на какой-то заводе, я не знаю, короче, приехал, они на меня напали, хотят захватить город, говорят. Я не сумасшедший. Вы серьезно? Это проверенная информация? Проверенная информация. Я не сумасшедший вообще, как бы. Это что-то жесть какая-то. Ребята, надо действовать. Так. Бойцы, значит, собираем построение. Быстро. Строимся вот здесь вот, в здании. Да, строимся. Построение. Бегом. Я тоже. Мы не спим, бойцы, построение. Построение у бойцов. Я как зайчик такой, я тоже типа боец. Ой, я с полицией подружусь наконец-то. Ой, я тоже боец-зайчик. Итак, уважаемые сотрудники, поступила информация, что в наш город... Так сказать, ворвались террористы и грозят ему уничтожению. Вообще. Это не террористы, это какая-то жесть вообще. У них автоматы, они роботы. Они роботы и у них автоматы. Да. Есть точное местоположение. Так, тогда вы тогда проедете с нами. Так, бойцы по машинам. За мной в одну колонну. Начали. По машинам, ребята. Машинам, ребята, все быстренько. По машинам, ребят. Уважаемый гражданин, пройдемте со мной. Патрульная машина. Здорово! Это... Присаживайтесь. А что вы тут делаете? Ты кто? Твою дивизию. Я Максим. Что здесь происходит? Что вы тут делаете? Вы тоже его видите? Малыш, да. Ты чего, ты потерялся? Я дедушку ищу. Дедушку? Это ну, что, альтернативная мне, реальность, что ли? Да, я сам хочу его найти, мы в прятки играем.
Удивительно. Вы его видели, да? То есть я не... не да, это... да, да, вы не сумасшедший. Строимся. Да. Значит, роботы существуют, то есть доверьтесь мне, они жесткие. Фу. Так, можете указать координаты? За мной по две машины, давай. Господи, точные координаты, но это там, наверху, на карте. Ага, понятно. GPS я уже включил. Такой ровный. Так, галочки, сирену включаем, ребят, не забывайте. Точные координаты, ну там, наверху. Ой, извините меня, пожалуйста. Так. Захар неизвестных, фамилии у них серьезные. Господи, у нас были... Вот это да, вот это вот, эпик. А, расскажите поподробнее, что вообще произошло? Как на вас, так сказать, напали? Да, значит, я приехал, я работал в такси. Была обычная смена. Я, значит, приехал на место. То есть, клиенту. Стоял один клиент, он со мной не разговаривал. Я говорю, вы вызывали такси? Как бы он мне показался знакомым. Вот, говорю, вы вызывали такси? Он говорит, он молчит. Потом выходят точно такие же, как он, похожие на него, 40 человек. Примерно. Или их было 100, я не знаю, может быть 1000. То есть они меня окружили. И вдруг, сверху, значит, прямо с небес на меня приземляется весь такой в броне, короче, такой какой-то другой весь в броне человек такой металлический. Да верьте мне, верьте, поехали, я не сумасшедший. Сейчас, секундочку, что-то с педалью газа. Что с педалью газа? Нормально. Вот, и значит, они меня окружили и говорят, что хотят захватить город, чтобы у них был город. Я не знаю, что было дальше. Потом этот большой, значит, железный человек пошел отлить масло. Ну, то есть ему нужно было поссать, видимо. Это серьезно? Да, он пошел отлить масло, потому что он робот. Он, пока он ссал, я перенаправил остальных его роботов, значит, у меня есть секретная тактика, мне показалось, что они любят выпить. И как оказалось, они любят выпить, но если он отливает масло, значит, он его где-то приобретает! Пизде. Присаживайтесь ко мне, машина. Это фиаско. Это фиаско. Это фиаско, это фиаско. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Господи, боже мой, что происходит? Что происходит? Товарищ генерал, у нас одно место, садитесь там. Товарищ генерал, у нас это авария... Это какой-то день странный, это альтернативная реальность. Этого не может быть, это альтернативная вселенная, мать твою. Потому что, ну как это так-то? Мы с господами полиции, господи, кого сейчас еще собью. Боже мой, я не могу смотреть на это. Дома, выйди из машины. Где, кто нам дорогу показывает? Где наш уважаемый? Я здесь, товарищ генерал. Я здесь, товарищ генерал. Там, там, там. Гелик, садитесь в Гелендваген. В Гелендваген, значит. А мне за что меня убили? Кого убили? Господи, мальчик какой-то стоит. Школа уже началась, а он здесь. Вы за что меня убили, говорит. Уже, это альтернативная вселенная, я тебе говорю. Так, прямо. Не может такого быть. Так, уважаемый, мы ставим на оборону машину, понятно? А что еще раз? Говорю, уважаемый, это мы не правильно же едем, да? Ну, вроде бы правильно, да, где-то наверху. Сейчас посмотрю, у меня и тоже карта есть на телефоне. Вы же помните это место, куда, как говорится, уехали? Вообще не помню, по-моему, мы не туда приехали. А, нет, сюда, да, все верно. Да, вот оно. Они где-то внутри? Это оно, да, внутрь надо въезжать, внутрь, заезжаем, вот там дальше. Заезжаем, Сереж. Да, они дальше там. Они дальше. Были, вон там забор, видите, вот там за этим забором, где здание. Дальше церкви. Ага. Вон то здание, да, двухэтажка. Вот там я их встретил, вот тут аккуратнее, они были. Аккуратнее. Аккуратно выходим. Так, сержанты, охраняем нашего уважаемого гостя, чтобы его никто не тронул. Да. Взяли, оружие взяли, приготовились, наготовили, ребята. Они вышли из-за здания, когда я приехал сюда. Может быть, они не за... Не спешите. Так, сотрудники боевыми тройками, двойками. Перед
Передвигаемся. Пока никого не видно. Что? Что? Откуда? Прикрываем. Откуда? Откуда? Вон они, Васи! Вон они, Васи! Это вот это здание, я перепутал немножко. А хорошо, кладутся, Васи складываются. Васи складываются, целиться невозможно. Дай-ка я вот так вот попробую, Хорошо, работаем. Работаем. Хорошо. Как же мышкой не управляется вообще? Спокойно. Здесь сенсай, это ужас. Да и сквозь него проходит. Просто чувствительность дикая. Вот он. Господи, это раба Вася. Это раба Вася. Александр, бегите! Это раба Вася. Он убивает людей! Он идет за мной! Нет! Господи, я вижу цвет! Нет! Нравится тебе? Нет. Нравится тебе? Не такой уж ты и железный! Чё нет? Нет! В смысле? Ты как? Нет. В смысле нет? Что нет? Вася, это же я, Вася! Нет! Начистить морду Лалайлу. Вася! Вася, прекрати, давай договоримся. Я знаю, что ты бессмертный теперь. Я не могу тебя убить. Сбой в системе. Вася, плохо. Вася. Вася, прости, что убил тебя. Лалайл, это я. Да ладно, Вася! Я здесь, я внутри. Вася, он держит тебя в себе. Лалайл, спаси меня, прости меня за все. Это не я. Вася. Я внутри. Вася, как помочь тебе? Как вытащить тебя оттуда? Я внутри. Вася, ну как вытащить тебя? Запись сломалась. Убить его. Это кто? Это... Убить. Это... Молодец, боец Вася. Отличная работа. Это как? Воспроизвести запись. Ну что, гнида? Надеюсь, ты слышишь эту запись. У него был рога. Надеюсь, ты все понял, с кем ты связался. Запись отключена.